Всем привет! Вы на канале «Спортивные братья». И сегодня мы подводим итоги финальной битвы среди подписчиков. И так им стал Максим Клюйков. Он уже в третий раз становится победителем нашего вызова для подписчиков. На наш взгляд, он сделал самое качественное выполнение этого упражнения. Поэтому становится победителем. Да, это пример для многих. И сейчас вы увидите, как он сделал. Для нас был сложный выбор, но акцент мы делали на технику выполнения данного упражнения. Так что не унывайте. Не расстраивайтесь. Да, давайте готовьтесь и побеждайте Максима Клюйкова в следующий раз. И для вас на этой неделе новое задание. Поехали. Итак, друзья, у вас сегодня день ног. Сейчас будем бомбить. Да, сейчас покажем, как правильно выполнять это упражнение. Итак, первое положение. Вы должны ноги поставить на ширине плеч. Присесть вот в таком положении. У вас бедро должно быть параллельно полу. Таз с пятками должны образовать угол в 90 градусов. Спина у нас должна быть ровная. Колени не должны заходить за носки. И в таком положении мы держимся максимальное количество времени. Побеждает тот, кто продержится дольше. Так, ошибки. Сейчас Ату покажет. Как нельзя делать, такое выполнение мы не будем засчитывать. 10. Также в комментарии пишите, тренируете ли вы ноги. Нам это очень интересно. Правила те же, выпуски у нас только теперь выходят в пятницу, поэтому заявки мы принимаем до конца четверга. Кидайте также нам в группу ВКонтакте, в сообщение ваши заявки. Все, ребят, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте, всем пока. И участвуйте в нашем конкурсе. Пока-пока.